Давайте покажу. Печать в локте. Можно сказать, базовый. Многие думают, когда заправляю вот эту ногу, потом иду на вангард, оттуда делаю болевой. Но этот болевой можно вот с открытого гарда сделать. Как мы делаем? Всегда одну сторону блокируем, то есть можно спайдером блокировать или на таз можно. Дальше я ухожу в эту сторону. Я специально сюда ухожу, ноги берут сразу же вот эту ногу. К сожалению, да, и в России и черные пояса делают вот эту вот ошибку. А я потом еще растягиваю вот эту руку, беру здесь, натягиваю на себя и уже закидываю. Ты прям в инверт заходишь, да? Не на бок ложишься, а в инверт. Нет, сюда труднее бывает, мы же для себя показываем, да? Можно и вот так руку завернуть сюда, да? Прижать локтем и вот здесь чуть-чуть надрыгнуть. Да, ну вот это вот мои такие любимые штуки. А если классическое делать, то ногу сюда. Понятно, да? То есть блокируем или здесь, или же со спайдером. То же самое. Хожу сюда, ноги берут ногу. Я еще сильнее натягиваю руку, беру здесь, вырываю захват и сразу же локтем блокирую руку. Потом поворачиваюсь. А версии вормгарда как это выглядит? То же самое, только уже с вормгардом. Берем захват, идем сюда, ноги ставят вот ногу, потом берем ногу, опять же идем обратно и ноги вот эту ошибку делают. Берут захват, я ногу чуть-чуть еще раскрываю, беру руку, выдергиваю. И сразу же здесь локтем закрываю. Здесь также можно и сюда, и сюда. Можно еще раз. Еще вот заправили ногу. Ухожу сюда. Я даже вот эту ногу не заправляю, он берет захват. Также могу здесь дернуть руку. Туда пойти. Или же здесь. Шикарно. Это то, Назар, что... Да, похоже, но там использовал еще, ну, руку контролировал, вот это тоже локтем, там накрутил. Руку? Короче, это иногда бывает, что вот я заправил, да, а он руку сюда, вот, сюда. Да. Вот так бывает. Он сам туда заходит. Но. Отсюда тоже может. Тоже сам. Да, он типа... Меня сюда, сюда беру и закидываю. Шикарно.